1480 году на берегах реки Угры войска великого князя московского Ивана III вынудили отступить войско хана Ахмата. Эпоха зависимости от Орды навсегда уходила в прошлое, а русское государство впервые за 200 с лишним лет становилось полностью независимым. Под твердой рукой князя Ивана Васильевича его держава росла и крепла. Независимые княжества одно за другим признавали власть Москвы. Но на западе лежали исконно русские княжества, которые в годы монгольского нашествия перешли под власть Литвы. Иван III решил, что пришло время вернуть эти земли и освободить православные народы от католического притеснения. При виде московской княжны литовские послы на мгновение потеряли дар речи. Их будущая государыня поражала и красотой, и твердой уверенностью во взгляде. Елена, дочь великого князя московского Ивана III, долго ждала этого дня. 4 года назад к ней сватался римский король Максимилиан из рода Габсбургов. Но свадьбы так и не случилось, Максимилиан женился на другой. Теперь ее руки просил Александр Ягеллон, великий князь литовский. Елена обменялась перстнями с литовским паном Станиславом, который на церемонии замещал ее жениха и не могла не думать о будущем муже. Каков он? Молод ли? Красив ли? Елена гнала эти мысли. Не о том следует волноваться. Главное – оказаться достойной своего отца. Он возлагает на дочь большие надежды, потому и согласился на этот брак. Княжна едва ли догадывалась, что ей предстоит стать заложницей в затяжном и кровавом конфликте между двумя государствами. Тридцать лет назад, в начале царствования Ивана III, Московское княжество было соседом Великого княжества Литовского, самой крупной державы Восточной Европы. После того, как на Русь вторглись татаро-монгольские орды, литовские правители присоединили к своей державе западнорусские земли, до которых не дотянулись ордынцы. Под властью Литвы оказались Киев, Чернигов, Полоцк, Мстиславль, Смоленск, Владимир-Волынский, Новгород-Северский. Литовские владения подступали почти к самой Москве. Дорогобуж и Вязьма считались ближним зарубежьем, а Можайск был западным форпостом на границе с Литвой. И при этом по обе стороны литовского рубежа жили единоплеменники и единоверцы – русские православные. Со временем власть литовских князей становилась все более ограниченной. Часто они оказывались слабее собственных подданных, богатых и самовластных магнатов, князей и шляхты. Шляхта – дворяне или военнослужилое сословие в Великом княжестве Литовском и Королевстве Польском. Вместе со своими слугами составляли основу войска и пользовались значительными привилегиями, полученными от монархов. В течение полутора веков литовская держава была грозой для стран Восточной Европы. Теперь же ей с трудом хватало сил, чтобы обеспечить безопасность собственных границ и защититься от опустошительных татарских набегов. Москва же при Иване III значительно окрепла. С раннего детства будущий великий князь понял, что такое внутренняя вражда.
Его отец, князь Василий Темный, в ходе борьбы за престол, был ослеплен врагами. Все это научило Ивана ценить единство и согласие. Став государем, он начал проводить твердый курс на объединение русских земель вокруг Москвы. Он присоединил Тверь и Новгород. Он добился полной независимости московского княжества от Большой Орды, а затем принял титул государя всея Руси. Тем самым Иван Васильевич открыто заявлял, он претендует на власть над всеми древнерусскими землями, кому бы они на данный момент не подчинялись. Это было прямым вызовом Литве. Обстановка в соседнем государстве благоприятствовала замыслам московского князя. Население восточных и южных земель Великого княжества Литовского хранило верность православию. Но православное дворянство имело меньше прав, чем католическая шляхта, что не раз приводило к восстаниям. Москва давала более стабильную защиту от набегов татар. Православный московский государь становился все более привлекательной фигурой для русских жителей Литовского княжества. Большая война между Русью и Литвой была неизбежна. Требовался лишь повод. Подали его верховские князья. Верховские князья. Правители небольших княжеств в верховьях реки Оки, составлявших буфер между московской и литовской державами. Верховские князья были рюриковичами и в основном принадлежали к ветвям Черниговского дома. К их числу относились роды Воротынских, Адоевских, Белевских, Масальских, Оболенских и других. Эти князья сами выбирали, кому служить – Москве или Литве, и часто переходили с одной стороны на другую. В 1484 году крымский хан разорил Киев. Для множества верховских князей это стало последней каплей. Литва не могла обеспечить безопасность их владений. Один за другим, с семьями и войсками, князья начали переходить на сторону Ивана III. Литовские дипломаты требовали от Москвы не принимать перебежчиков, но Иван новых подданных не выдавал. А на западных рубежах уже разгорался пока еще очень слабый огонь войны. То шли в набег князья с московской стороны, то литовцы нападали на московские земли. Малые отряды сталкивались в яростных боях, которые продолжались несколько лет. То затихая, то возобновляясь. Долгое время Иван III не вмешивался в эти споры. Набеги на соседние земли не поощрял, но и не препятствовал им. Он ждал благоприятного момента, чтобы открыто вмешаться в конфликт. И такой момент настал. В 1492 году умер литовский великий князь, он же польский король Казимир IV. На престол взошел его сын Александр Ягеллон. В отличие от отца, он был лишен военного дарования и легко попадал под чужое влияние. После смерти Казимира распался династический союз Польши и Литвы. И его сын уже не располагал польским войском. Иван III понял, пришло время действовать. Литва удара не выдержит. На Мценск двинулись войска под предводительством князя Федора Васильевича Телепня-Оболенского. Августовским утром 1492 года русская рать подошла к городу. Мценск не ждал атаки. На земляном валу высились деревянные стены с башнями и воротами, распахнутыми настежь. Князь Оболенский поразился такой беспечности. Вот уже шестой год на этих землях нет мира, а местные жители все еще не научились осторожности.
Лишь когда московские всадники устремились к городу, стража опомнилась и попыталась закрыть ворота. Но уже ничто не могло остановить напора московского войска. Телепень Оболенский вернулся в Москву со славой. В том же 1492 году войска Ивана III взяли Любутск, затем двинулись на Мосальск и сожгли его укрепления. Пали Серпейск и Апаков. Их гарнизоны, около 500 человек, сдались в плен. Мизецк открыл ворота без боя. В январе следующего года государево войско взяло Вязьму. Иван III принял вяземских князей на службу и вернул им в качестве пожалования их же собственные вотчины. Александр Ягеллон пытался решить конфликт дипломатическим путем, отправляя в Москву одно посольство за другим. Иван III выслушивал жалобы и протесты, но отклонял все обвинения. Князь настаивал, он лишь возвращает себе земли, на которые имеет наследственные права, и принимает на службу новых слуг вместе с их землями. И тогда, чтобы прекратить войну, Александр Ягеллон придумал неожиданный ход. Он попросил у московского правителя руки его дочери. Поначалу Иван III отнесся к этой идее без воодушевления, однако, все обдумав, решил не отказывать Александру. Но поставил свое условие. Литва должна признать московское подданство за верховскими и вяземскими князьями. В январе 1494 года в Москву прибыло литовское великое посольство. После недельных переговоров был заключен мирный договор. Требования Ивана III были приняты. Он получил Вязьму, Сиренск, Воротынск, Адоев, Белев и другие города, правители которых согласились перейти на русскую службу. Войне был положен конец, но обе стороны понимали, этот договор не окончательный. Лишь когда был подписан мир, московский государь дал согласие на брак. Конечно, Иван III желал своей дочери личного счастья, но преследовал и политические цели. Он рассчитывал, что его дочь станет в католической Литве оплотом православия и, возможно, поможет привести западнорусские земли в состав Московской Руси. После обручения Иван вручил литовским послам грамоту. Перед тем, как Елена отправится в Вильно, правитель Великого княжества Литовского должен вернуть этот документ со своей подписью и тем самым клятвенно подтвердить, что не будет принуждать невесту к переходу в католичество. Прошел год, прежде чем Александр Ягеллон согласился на это условие. В январе 1495 года княжна Елена отправилась в дальний путь. Александр оказался совсем не таким, как она себе представляла. Старше, печальнее, да и красавцем его не назовешь. Рад ли он ее приезду? Глядя на пасмурное выражение его лица, трудно было в это поверить. Но она была готова к своей миссии. Пусть литовской шляхте этот брак явно не по душе. Пусть ее не встречали ни старая королева-мать, ни братья Александра. Не страшно, она справится. Первые признаки того, что не все пойдет гладко, проявились уже во время венчания. Литовский епископ попытался обмануть московских послов и, вопреки договоренности, обвенчать княгиню по католическому обряду. Но те заметили неладное и вмешались. Лишь когда православный священник, прибывший из Москвы с Еленой Ивановной, прочитал молитвы, таинство свершилось. Отныне она уже не московская княжна, а великая княгиня литовская. Этот брак не предотвратил новых разногласий. Елена сразу же столкнулась с противодействием столичной знати. Она попросила построить православную церковь на территории княжеского замка. Александр придумывал одну отговорку за другой, пока не ответил окончательным отказом.
Правитель, зависимый от шляхты и католических иерархов, не мог пойти им наперекор. Когда Елена написала об этом отцу, негодованию Ивана III не было предела. Царевна оказалась меж двух огней. Она стремилась выполнить наказы отца, однако не смела прямо выступить против мужа. Между тем, в Великом княжестве Литовском происходили серьезные перемены. 24 июля 1499 года Александр Ягеллон подписал новую унию между Литвой и Польшей. За так называемым «вечным союзом» двух государств последовало усиление католического натиска на русское население. В Полоцке был основан Бернардинский костел, и это на земле, которой до того владела православная церковь. Тучи сгустились и над княгиней. Ее пытались принудить к отказу от родной веры, но Елена не поддавалась ни на какие уловки. Это давление на православных еще больше расшатывало хрупкое государственное единство Литвы. На сторону Москвы перешло сразу несколько князей, которые ранее служили Александру. Они не простили обид, нанесенных отеческой вере. Среди тех, кто в 1499 и 1500 годах перешел на сторону Москвы, были могущественные государи и влиятельные политики. Князь Семен Бельский передал Ивану III город Белую с окрестностями. Князь Семен Можайский перевел в состав владений российского государя Чернигов, Стародуб, Гомель и Любич. Князь Михаил Шемячич перешел на русскую службу с городами Рыльском и Новгородом-Северским. После того, как Трубчевск оказался окружен московскими землями, владевшие этим городом князья Трубецкие также попросили принять их в московское подданство. В обороне восточных рубежей Литвы появилась брешь в несколько сотен километров. Закрыть ее было просто нечем. Александр Ягеллон был готов на любые унижения, чтобы полюбовно договориться с Иваном III. В апреле 1500 года из Вильна в Москву отправилось посольство. Впервые великий князь Литовский обратился к своему тестю как к государю всея Руси. Но Иван Васильевич не поддался на лесть. Он велел передать Александру. Гонения православных перешли всякую меру, и никаких оправданий он выслушивать не намерен. Московский князь обязан выступить защитником своих единоверцев. Послы увозили в Вильно грамоту с объявлением войны. А русские полки уже двигались к литовской границе. Иван III сосредоточил свои войска на трех направлениях – северо-западном, западном и юго-западном. Главную силу московской армии составляла дворянская поместная конница. Ко времени правления Ивана III она практически полностью вооружалась на турецкий манер и в легкоконном строю не уступала знаменитой ордынской коннице. Московская конница двигалась стремительно. Литовцы ждали ее в одном месте, а она наносила удар в другом. Противник не успевал собрать силы и организовать оборону заново. В 1500 году Великое княжество Литовское постигла военно-политическая катастрофа. Войска Ивана III взяли Брянск, затем Путивль. На западе полк Юрия Захарьина-Кошкина захватил Дорогобуж. Захарьин-Кошкин Юрий Захарьевич. Боярин, крупный русский военачальник Ивана III. Предок по прямой линии первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. На северо-западе московская рать взяла Торопец. Затем полки московских воевод вторглись на Полоцкую и Витебскую земли. Летом 1500 года войска Великого княжества Литовского вышли в поход. Их возглавлял гетман, князь Константин Острожский.
Потомок старинного православного рода, он принял от Александра Ягеллона множество земельных пожалований и прочих милостей и хранил ему верность. Тот же возлагал на Острожского надежды, как на спасителя. На реке Ведрож, неподалеку от Дорогобужа, литовская армия встретила московские силы. Под русскими стягами стояло 5 полков. Ими командовали князь Даниил Щеня и присоединившийся к нему Юрий Захарин Кошкин. Щеня Даниил Васильевич. Потомок литовского князя Гедимина по мужской линии и Дмитрия Донского по женской. Боярин, блистательный полководец эпохи Ивана III. В 1489 году покорил город Хлынов и Вятские земли. В 1493 году взял Вязьму. Считался одним из лучших воевод московского государства. 13 июля 1500 года литовцы разбили и оттеснили русский передовой отряд. 14 июля на реке Ветроши состоялась решающая битва. Константин Острожский двинул свое войско в лобовую атаку. Московские воеводы ответили встречным ударом основных сил. Летопись сообщает: «Был меж ними бой велик, и сеча зла. Конница билась в такой давке, что мертвецы не падали с коней, сжатые со всех сторон телами живых. Кровавое столкновение длилось 6 часов». Русские начали одолевать воинство гетмана. Тот еще мог отступить, сохранив силы. Но его ожидало неприятное открытие. Даниил Щеня, загодя тайными тропами, выдвинул противнику в тыл русский отряд, который подобрался к переправе через реку Тросну и разрушил мосты. Во время отступления литовцы с ужасом обнаружили, что попали в ловушку. Часть из них попыталась пересечь реку вброд или вплавь, другие пробирались через болотные трясины. Спаслись немногие. В плен попали сам великий гетман Острожский, множество командиров и дворян. Сражение закончилось полным разгромом литовской армии. Осенью следующего года московские войска продолжили наступление. Князь Александр Ростовский с большой армией двинулся к Мстиславлю. В тяжелом бою литовцы были опрокинуты и бежали под защиту городских стен. Князь Ростовский вернулся в Москву. С собой он привез трофейные знамена неприятеля. Тем временем сам великий князь Александр Ягеллон возглавил оборону Полоцка, Смоленска, Витебска и Орши. После поражения у Ведроши силы литовского войска были невелики, и литовский правитель собрал наемную армию. Поляки, силезцы, чехи, моравы во главе с полководцем Яном Черным под литовскими знаменами двинулись на Русь. В конце 1501 года они попытались взять крепость Опочку близ Пскова, но после первой же атаки бесславно отступили. Наемники явно не рвались класть головы в изнурительной битве. В апреле следующего года литовский дворянин Петряш Епихамович направил своих солдат из Полоцка на Великие Луки. Там он встретил сильный московский отряд и отступил. Контур удара, который задумал Александр Ягеллон, не получилось. Однако и ресурсы Москвы были не бесконечны. В 1502 году русская армия попыталась взять Смоленск, но хорошо укрепленный город устоял. Воспользовавшись передышкой на войне, Александр Ягеллон уехал в польскую столицу Краков. К тому времени он уже получил польскую корону и с декабря 1501 года стал властителем Польши и Литвы. Правда, власть его была ограничена подписанным им законом – Мельницким привилеем, согласно которому польские магнаты имели право не повиноваться королю в случае, если тот нарушит их законные права. Вслед за мужем в Краков отправилась и великая княгиня Елена Ивановна.
Еще недавно Папа Римский настаивал, Ягеллон должен приложить все усилия, чтобы обратить свою жену в католичество, и если та будет упорствовать, он должен с ней расстаться. Александр сделал несколько попыток, но Елена была непреклонна. Когда папа потребовал предать ее церковному суду, великий князь защитил свою супругу. После неудач на русском фронте польско-литовская знать изменила свое отношение к ней. Кардинал Фридрих, епископ Краковский, упрашивал ее склонить отца к миру. Ей дарили имение, позволяли на виду у народа совершать богослужения. Елена Ивановна не была коронована вместе с мужем, но никто не препятствовал ей титуловать себя польской королевой. Она ходатайствовала перед супругом за русских подданных, а тем временем день за днем, ночь за ночью обдумывала письмо к своему отцу. С начала войны они не обменялись ни словом. Может ли Елена, как прежде, быть откровенна с отцом? В начале 1503 года польско-литовская делегация прибыла в Москву. Канцлер великой княгини Иван Сапега передал Ивану III послание от дочери. Она просила не гневаться на Александра и остановить войну. В отдельной тайной записке Елена признавалась отцу в своих опасениях. Ее муж болен. Если он умрет, уже ничто не защитит княгиню от мести политических противников. Елена выполнила то, о чем ее умоляли в Кракове, но московский государь и сам склонялся к миру. Несмотря на неудачу под Смоленском, военный перевес был на стороне России. Иван III мог вести переговоры с позицией силы. 25 марта 1503 года было заключено перемирие сроком на 6 лет. В честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы оно было названо Благовещенским. Благовещенское перемирие стало крупнейшим успехом Ивана III. Москва получала 19 крупных городов, в том числе Торопец, Путивль, Брянск, Дорогобуж, Масальск, Мценск, Трубчевск, Сипейск, Новгород-Северский, Гомель, Стародуб. Великое княжество Литовское потеряло около трети своих земель. Однако под властью литовцев еще оставалось множество русских земель и городов. Раньше или позже следовало ждать новой войны, но вести ее выпало уже не Ивану III. В 1505 году Елена получила тяжелое известие. Ее отец, московский князь Иван Васильевич, скончался. Человек, заслуживший у потомков прозвание «Великий», был последней надеждой Елены на мир между двумя странами. Оставалось лишь ждать возобновления войны. Московский престол занял сын Ивана, Василий III, родной брат Елены. Как политик он был слабее отца и больше полагался на силу, но имел славу отважного воина. На 5-м году своего княжения Василий III присоединил к своим владениям Псков. Воодушевленный этой победой, он готовился к новой схватке с Литвой. Борьбу с Великим княжеством Литовским предполагалось вести в двух направлениях – Смоленск и Полоцк. Два великих города, две мощных военных базы, две сильные крепости. К тому времени литовские правители убедились, силой оружия противостоять Москве не удастся. Сами православные подданные от пахарей до князей были не прочь перейти под власть русских государей. Александр Ягеллон попытался смягчить настроение православных. Полоцк, Минск и другие крупные города Литовской Руси получили обширные права на самоуправление. Горожане сомневались в том, что московские государи сохранят за ними эти вольности. С тех пор они оказывали войскам России более упорное сопротивление, чем раньше. Василию III приходилось это учитывать.
Но в это время произошло событие, которое многое изменило. Александр Ягеллон умер. Ни с отцом, ни с матерью Елена Ивановна так и не смогла проститься. Вот и муж, человек, с которым она так сблизилась за последние годы, отошел в мир иной. Александр болел давно и заранее распорядился передать корону своему брату Сигизмунду. Перед кончиной он просил брата взять великую княгиню под защиту и сохранить за ней все права и владения. Елена знала об этом, но понимала, что на спокойную жизнь ей рассчитывать не стоит. Отец всегда призывал ее к мужеству. Что бы ни случилось, дочь московского государя должна держаться православной веры, а если придется, без страха и сомнений принять мученический венец. После смерти супруга Елена Ивановна еще 6 лет прожила в Вильно. Вдова не пользовалась расположением Сигизмунда. На чужбине она была обречена на одиночество и просила отправить ее в Москву. Король отвечал отказом. Тогда княгиня решила тайно бежать на родину, но попытка оказалась неудачной. Сигизмунд велел посадить Елену под арест и конфисковал ее казну. А вскоре между Литвой и Россией разразилась новая война. В декабре 1512 года две большие русские армии вошли на земли Великого княжества Литовского. Первая двинулась на Смоленск, вторая — на Полоцк. Целый год московские воеводы безуспешно штурмовали две твердыни. Они отступали, но затем возвращались с новыми силами, заново начиная осаду. Казалось, вся сила московская будет перемолота в тяжелых боях. В начале 1514 года Москва взяла передышку. Собравшись силами, летом армия Василия Ивановича снова подошла к Смоленску. Смоленск – древняя столица одного из русских княжеств. В 13-14 столетиях Смоленское княжество фактически являлось независимым государством. В 1404 году литовцы после долгой борьбы захватили Смоленск. В 1440-х годах горожане подняли восстание и освободились от чужой власти. Однако через 2 года их выступление было подавлено. Москва тогда не имела возможности воевать с Литвой и вынужденно признала ее права на Смоленск. Но в начале 16 века война за Смоленщину возобновилась. Василий III лично руководил войсками, полагаясь на 2 преимущества. Прежде всего, Москва обрела союзника в лице князя Михаила Глинского. Влиятельный магнат и незаурядный полководец, он затеял восстание против Сигизмунда, но потерпел поражение и нашел прибежище в Москве. Глинский, прирожденный лидер, имел дар убеждения. – К тому же в Смоленске у него было немало сторонников. Другим преимуществом Москвы была мощная артиллерия. Летопись говорит: «От боя пушек и пищали, и земля колебалась, и люди друг друга не видели. Весь град в курении дыма словно бы приподнялся над землей, и страх великий напал на горожан. Начали вопить, чтобы князь великий их пожаловал, меч свой унял». Осажденные теряли боевой дух. Тогда Глинский через своих тайных сторонников начал переговоры с горожанами. Чтобы переговоры шли легче, по городу ударила мощнейшая верховая пушка под названием «Павлин», способная метать ядра весом 214 килограммов. Хватило 3 ее выстрелов, чтобы горожане согласились на предложение Глинского.
30 июля 1514 года Смоленск открыл ворота. Спустя 10 лет в честь этой победы Василием III будет основан Новодевичий монастырь. А пока к торжеству московского государя примешивалось горькое чувство. Еще до того, как был взят Смоленск, из Вильна пришло печальное известие. Умерла его сестра Елена Ивановна. Ей исполнилось всего 36 лет. Хоронили ее в Вильно, в Пречистенском соборе. Именно здесь она молилась перед венчанием 18 лет назад, когда приехала в литовскую столицу. Собор не мог вместить всех желающих проститься с Еленой Ивановной. Православные жители Литвы искренне полюбили свою покровительницу. Великая княгиня обновляла и украшала храмы, восстанавливала церкви, жаловала монастырям личные деньги и земли. Люди понижали голос. Кто же теперь после смерти Елены Ивановны заступится за них? И уже шепотом передавали друг другу страшные слухи о том, что умерла княгиня не своей смертью. Кто-то из литовской знати велел подсыпать ей в питье лютое зелье. Правда о смерти Елены Ивановны неизвестна до сих пор. Но Сигизмунд I не скрывал своей радости. Он признавался краковскому епископу, что эта смерть избавила его государство от многих забот. Брат Елены, Василий III, подозревал, что ее отравили, и теперь с утроенной яростью мстил за сестру. Сразу после падения Смоленска его войскам сдались Мстиславль, Кричев, Дубровна. Сигизмунд I не мог смириться с утратой Смоленска. На восток двинулись главные польско-литовские силы во главе с великим гетманом Константином Острожским. В сентябре 1514 года под Оршей в 110 километрах от Смоленска русская армия встретилась с неприятелем. Московские полки пошли в атаку, но из-за раздора между главными воеводами, боярином Иваном Челетниным и князем Михаилом Булгаковым Галицей, войско действовало несогласованно. В результате русская армия была разбита, а оба воеводы оказались в плену. Мстиславль, Кричев, Дубровна вернулись под власть Сигизмунда I. И казалось, что после этой катастрофы русским уже не оправиться. Неприятельские войска подошли уже к Смоленску. Острожский ожидал, что при одном виде польско-литовской армии защитники города спустят флаг. Но вышло иначе. Литовское войско не имело осадной артиллерии и штурмовать мощные городские укрепления не могло. Затяжная осада холодной осенью вызвала в неприятельской армии настоящий мор. Враг отступил, и Смоленск остался в руках русских. После этого целых 3 года ни Литва, ни Московское царство не решались на большое наступление. Силы обеих держав были истощены, стороны обменивались рейдами устрашения. Но король Сигизмунд уже готовил новый удар. Он решил нанести его по богатым псковским землям. Польско-литовская армия вновь пополнилась наемниками – немцами, венграми и чехами. В 1517 году неприятельские войска с тяжелой артиллерией двинулись из Полоцка. На пути вражеской армии стояла небольшая крепость Опочка. Окруженная деревянными стенами, она располагалась на высоком холме в излучине реки Великой. Острожский не сомневался, что легко возьмет Опочку, которую поляки презрительно называли «свиным хлевом». Но после первого же штурма крепостной ров наполнился трупами вражеских бойцов. Был убит знатный польский полководец Сокол, а его знамя стало трофеем русских. Вскоре к Опочке подошли московские отряды. Их внезапный удар вынудил врага отступить. И вся их артиллерия досталась русским. Узнав о столь бесславном поражении, король Сигизмунд
назвал опочку «бесовой деревней». Польско-литовское наступление на Россию завершилось, едва начавшись. Сигизмунд на силу своего оружия больше не рассчитывал и надеялся лишь на удачный исход мирных переговоров. Но Василий III не считал войну оконченной. России удалось занять и удерживать Смоленск. Но вторая задача – завоевание Полоцка – так и не была решена. Летом 1518 года московское войско двинулось к Полоцку. Полоцк – один из древнейших городов Руси. Столица Большого княжества и богатейший торговый центр. С XIV века находился под властью литовских князей. В 1430-х годах, во время гражданской войны в Литве, на несколько лет сделался столицей независимого государства – Великого княжества Русского. Впоследствии литовцы снова заняли Полоцк. Город не имел каменных стен, но деревянный замок на высоком холме над Западной Двиной был укреплен самой природой, и взять его было крайне трудно. Подойдя к Полоцку, русские воины установили осадные башни. Неприятельский гарнизон понес большие потери от русской артиллерии, но сопротивлялся отчаянно. Осада затягивалась, и в московском войске чувствовался недостаток продовольствия. Один колпак сухарей, а это не больше килограмма, стоил 6 серебряных монет, огромную по тем временам сумму. Вскоре к городу тайно подошел большой отряд литовцев. Он переправился вброд через Двину и атаковал русский лагерь. В то же время полоцкий гарнизон ударил из города в тыл. Московское войско отступило. Полоцкая твердыня так и не сдалась воинам Василия III. Еще 3 года московские конники совершали короткие рейды на порубежные территории. Отдельные отряды достигали окрестностей самого Вильна, литовской столицы. Русское превосходство было несомненным. Союзник Москвы, крымский хан, наводнил Польшу и Литву своими воинами, опустошил многие области, разбил войско, вставшее у него на пути. Наконец, Василий III пошел на переговоры с Литвой. В 1522 году было заключено долгожданное перемирие. Большой кровью московское государство добилось своего. Сохранило Смоленск. 4 тяжелых войны закончились победами московского государства, в состав которого навсегда вошли обширные области, некогда бывшие частью Древней Руси. Земли, за которые молилась и которые берегла, как могла, дочь великого князя Московского, великая княгиня Литовская и польская королева Елена Ивановна.